Всем привет, друзья! Всех с наступающим Новым годом! Всем счастья, здоровья! Всего самого наилучшего в новом году! Пускай сбудутся все ваши желания, крепкого здоровья и, самое главное, успеха в жизни и процветания вам, здоровья вам! Всего-всего самого хорошего! Выехал сегодня в лес что-то приготовить вкусненькое, пускай даже и нету снега, но у нас все равно новогоднее настроение. Сейчас мы приготовим что-то вкусненькое. А потом сделал такой вот фейерверк нереальный, ба-ба-ба-бах. Ну что ж, погнали. Нашел в лесу вот такую вот елочку, сейчас мы ее украсим. Купил вот такие вот две хлопушки. Сейчас посмотрим, что они собой представляют. Один пистолетик, один такой. Ну что ж, наша елочка. Бух! Так, что это? Не сработало. Или я ее перекрутил, взял. Блин. Что это за хлопушка такая? Короче. Бум. Бум. Перекрутил. Приехал вот такое вот красивое место. Здесь лес и выход такой вот к речке. Очень здесь красиво. Сейчас мы здесь разведем костер и приготовим. Жаль, что, конечно, нету снега. Совсем планировал другое видео на Новый год. Думал, будет лед, уже зима, что-то зимнее интересное. Но было неделю назад, выпало очень много снега. И мне удалось заснять пару таких зимних видео. Там 24 часа выживания зимой было. И иглу еще сделал. Так что, кому интересно, какие-то зимние видео. Есть вот два таких вот классных видео. Будут еще, конечно, зима еще впереди. Будет очень много разных видео. Будем выезжать и зимние рыбалки, и жерлицы, и с ночевкой. Будет еще много всего интересного. Ну, а сейчас мы разведем костер и будем готовить просто нереальное вкусное блюдо. Купил осетра, ребята. Это просто обалденная рыба. Самая большая пресноводная рыба. Конечно, я не купил большую, купил маленькую такую. И сегодня мы приготовим, запечем на углях в костре. Ну что ж, приготовим сегодня у нас вот такого вот осетра. Посмотрите, это просто обалденно. Самая большая пресноводная рыба вырастает. Ловили ее, зафиксированный рекорд. До тонны аж. Может и половим где-то, я знаю, выращивают. И поедем половим осетра, может форель поедем в этом сезоне. Будет много чего интересного. Приготовим, купил все, что надо. Там и икру, и корочку. Ну, раз в год можно себя побаловать. Там масло, сыр. Может, сейчас зафаршируем вот таким вот салатиком. Сделаем вот такие вот бутербродики с батончиком. И будет просто обалденное блюдо. Так, сейчас почистим. Ну, ее классно, я смотрю, чистить не надо, а просто разрезать. Почистили. Черной икры не оказалось. Сейчас мы ее зафаршируем. Купил вот такой вот сыр. Сейчас нарежем квадратиками, чтобы было вкуснее. Салатика туда. И будет просто обалдеть. А сверху и корочки. Так. И нарезаем небольшими теперь квадратиками. Есть. Так, теперь возьмем нашу вот капусту пекинскую и накрышим. Вот так вот внутрь. Есть. Тут теперь соли возьмем. Есть. Теперь берем внутрь наш сыр с таким вот салатом. Так, сыра побольше. Все. Так, это мы скушаем. Теперь берем фольгу. Очень все быстро, легко делается. Теперь берем, наливаем наше подсолнечное масло, хорошенько размазываем, вот так вот,
Все. Кладем и заворачиваем нашего осетра. Так, еще берем чуть-чуть. На осетр польем. Есть. И берем теперь и заворачиваем. Вот так. И хорошенько заматываем, берем еще. Ребята, все, наш осетр завернутый вот так по льву, зафаршированный сыром, с таким вот салатом и кинской капустой. Так, положим как-то нашего осетра, так как сейчас прогорит. Два дня и шел дождь, мокрые дрова, блин, с трудом вот распалил. Будем переворачивать. Вот так возьмем. Все, и пускай себе осетр наш. А, блин, сейчас сгорит, блядь. Ой, дождь. Вот так вот запечем мы его. Ребята, посмотрите, что я приготовил для вас. Фейерверк. Вот такой вот здоровый, хороший. Вот здесь такой вот фитиль. Сейчас мы подпалим. Можно его установить в землю, там кирпичами там прикопать. Но мы его привяжем к палке. Сейчас потемнеет. И мы подпалим, постреляем. И это будет круто. Так, что там наш осетр? Вот так вот. Быстро очень. Потом пробиваем ножом фольгу и кусочек достаем, пробуем. Все. Сыр расплавился. Посмотрите, какая красота. Супер. Все, наш осетр готов. Посмотрите на эту красоту. Осетр в красной икре. Это по-настоящему царское блюдо. Ну что ж, будем пробовать. Хорошо запекся, трудом положил, разлазится вот. Ну что ж, а к такой закуске, как это, без шампанского, Новый год. Так. Воу-воу-воу, блин, как стрёмно их всегда открывать, эти шампанские. Всех с Новым годом! С наступающим, ребята! Воу! Воу! Без петки! Вам супер! Так, будем пробовать! Так, кусочек осетра! Что здесь говорить даже? Очень вкусно. Очень нежный, кстати. Очень вкусный, да. Обалденный просто осетр. Просто супер. Разводник, можно себя побаловать таким. Это просто обалденно вкуснятище. Я желаю, чтобы на каждом столе был вот такой вот осетр. И даже круче. Ну что, сейчас еще чуть-чуть попробуем. И пойдем взрывать на фейерверк. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Всем удачи, здоровья,
счастья! Всем огромное спасибо, кто смотрел меня, кто подписался. Много было написано красивых слов. Всегда старался ответить. Буду и также стараться радовать в новом году. Дарить вам позитив и просто классные эмоции. Всех с наступающим! У-у-у! Ну что ж, ребята, а сейчас у нас фейерверк. Привязал вот так вот на палке. Вот такой вот у меня букет будет сейчас стрелять. Буду сейчас бегать, гонять. Вы, конечно, так не делайте, так как это очень опасно. Ну что ж, подпаливаем. Есть! Погнали, ребята! Сейчас будет круто!